Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня затестить. Многие ребята спрашивают, актуален, не актуален. Думаю, вы сами, в принципе, видите. Negros, я так его назову. Честно скажу, в некоторых случаях он мне понравился в моей сборке. Конечно, оно у меня, как обычно, топовое. За исключением созвездий, я их не ролил, не собирал. Здесь все решает суперпэт. Без суперпэта это будет какаха, но так как у меня нет уклонения, я решил поставить для того, чтобы добавилось оно суперпитомца, который дополнительно дает уклонение. Ну, у нас получилось в районе 10 тысяч. Сборка у нас такая, сейчас я поменяю, отсюда уберу доспех, поставлю священный суд. Что я могу сказать? Довольно-таки неплохо. Такая сборка, когда огненка и СО, плюс у него неуязвимость, ну, с ожогом мы однозначно его тоже протестируем, хорошо себя показывает. Сейчас я вам покажу его против Зефира в нападении. У меня нету смотрителя, и вот вы можете увидеть. Зефир пробивает, и нулей идут. То есть у нас Некрос получается довольно-таки неплохо сдерживает дамаг за счет того, что он все-таки имеет неуяз. Ну, понятно, то есть здесь у нас Зефир пробивает на 100% броню, но, как видите, он не так просто его сливает. То есть у нас остается секунд 40 времени, чтобы он снес базу. В таком случае сейчас мы, конечно, попробуем другой вариант, на другого нападем еще. Я вам покажу сборку, как эта сборка смотрится, потому что многие спрашивают, как его собрать. Так, он тут, попробуем сейчас здесь. Чего он будет бояться? Он будет однозначно бояться недомогания. Вот опять накинули недомогание, и он отхилиться не может. Как вы знаете, он хилится за счет скилла своего. В данном случае еще за счет суперпата он тоже подхиливает. Но дамаг он сдерживает. Его реально сложно убить. Вот такая вот сборка. Она на сегодня будет самая, наверное, универсальная, оптимальная. Хоть его и сливают, но он держится более-менее. За счет того, что не так его сильно пробивают. Ну, в данном случае его пробивает только Зефир по максимуму. Так-с. Попробуем против кого-то другого. Вот, видите, 82 тысячи, это чисто Зефиркин урон, остальные, вот лям прошел, это уже от смотра, лям с хреном. Сейчас попробую найти более такие реальные пачки противников. Ну, я имею в виду, что попадается зачастую без доната. Но без доната, я думаю, уже и огники, и Зефиры тоже попадаются зачастую. Сейчас Зефир уже не настолько донатный, как было раньше, и огник тот же самый. Хочу просто найти расту, где его не будет. Но это, конечно, сложно. Ну вот, в принципе. Анубис есть и прочее. Феникс. Посмотреть, какой все-таки дамаг будет ему прилетать. Хотя Анубис процентуально бьет. Ну, то есть, в таком вот случае хотелось бы на какую-то фрейм, наверное, попасть. Это будет более интересно. Блин, везде одни зефиры. Просто ужас какой-то. Английский сервер. Все бедствуют на английском сервере. Так, космос, зефир. Ну вот Фрейя есть. Попробуем сюда и напасть. У нас смотра в принципе нет. Вот посмотрите, космо нули выбивает. 40 тысяч пролетает. Я хочу сейчас посмотреть на дамаг Фрейя. 800, 400, 800. Ни хрена не спасает. Вот так вот, ребята. Вот вам вся суть данного героя. Так, давайте поменяем ему чару. Ой-ой-ой, а что, у меня священного суда нету? Ай-яма. Это мы попали с вами, ребятушки, в просак.
А можно, в принципе, такой вариант попробовать. У нас будет пятерка, не шестерка. процентов жизни еще восстановление будет. Но это опять же, я думаю, это не спасет, так как недомогание это все равно не перекроет. Ну, добавили вот 2,5 ляма, 600. Давай, тащи. Без вариантов. Единственным вариантом, который, мне кажется, будет нормально еще более-менее заходить, это все-таки поставить ему СС-ку, Священный Суд. Он улучшит нам деф и плюс увеличит этот хил. Конечно же, соло так бегать мы не сможем там против топов, но на других локациях, возможно, он хоть что-то сможет помочь. Ну, основная его задача, как бы, это урон по зоне и снятие бафов. То есть его скилл, ну, скажем так, с одной стороны, и дамагер раньше был, на сегодня вот remove buffs, то есть он в основном снимает все бафы. Плюс 46 тысяч фиксированного дамага в зону он дает. Так. Также восстанавливает Hero Regains 46% дамага от его скилла. Имеет иммунитет к стану, страху. Вот так вот. Ну, молчанка на него, как видите, работает. Так. Хочу попробовать собрать. Видите, опять обряд. Попробовать СС-ку и вместе с ворожаем. Вместе с ворожаем они вдвоем, в принципе, должны быть неплохим тандемом, так как он бьет по всей практически карте. То есть в данном случае он сливает здание, его можно будет использовать на битве гильдии. Но такую сборку качать данному герою, я считаю, не знаю, нецелесообразным. На сегодня есть другие герои, которые приоритеты, но многие получат сейчас Некроса с запределья, многие уже собрали и, в принципе, не спрашивают, как качать. Для бездоната это, конечно, герой хороший, но актуален ли он на сегодня? Скорее всего, нет. Да, он вам поможет в некоторых случаях, но влаживать в него ресурсы, я не знаю. Хотя для бездоната это будет такой же точно плюс, как и вольт с настолки, то есть это однозначно плюс. Ай, блин, что я сделал? Называется, на радостях проролил. Надо было ставить. Священный Суд даст его собственный отхил. Ну, вы знаете, что он, если бьет, он будет бить по тому же Зефиру, у которого ограничение, либо Фрея. То есть максимум это он там будет хилить половину от урона, а там максимум у него будет проходить в лучшем случае 36к, то есть 20к он будет восстанавливать. Честно говоря, это реально фигня на сегодня, поэтому маловато. Если бы он хилил стабильный какой-то процент от жизни, это было бы намного круче от своей жизни, а так он хилит от урона, а урон сейчас по большинстве героев реально хреновый, соответственно, он проходить толком там и не будет. И плюс у этого героя то, что у него есть некая неуязвимость, которая вроде как бы работает, но не всегда спасает, как показала практика. Раньше он был, конечно, крутым, но потом, к сожалению, он стал неактуальным, наверное, как и 90% героев. У меня со всего алтаря, что у меня есть, я использую процентов 10-15 героев. Остальные все просто нафиг не нужны.
Собирать его на атаку бессмысленно, он себя убьет за счет того, что он зонально бьет, а сейчас многие ставят ОЗ. За счет своего дамага урона он просто будет уходить в минус у вас. Поэтому дамаг ему, я не знаю, бессмысленно собирать, как по мне. То есть самый лучший вариант это уклонение, но у меня уклонений нету, поэтому я поставил супер питомца, чтобы сейчас не перероливать. Но без доната однозначно его на уклонение собирать запариться, да и оно и бессмысленно, наверное. Да давай ты уже, блин, сколько всяких чар мы посмотрели, и смотрите, нифига толком еще не нашли. Ну, наконец-то. Ну вот 5-5, то есть будет стандартный режим. У нас будет увеличен отхил собственный, отхил от питомца некоторый. Вот у нас зефир. Вот смотрите, проходит молчанка и все. Вот нули прошли, и герой ваш максимальной сборки, ну, понятно, то есть без там уклонений, он нифига сделать не смог. Вот вам весь ответ, нужно ли его качать, вливать в него ресурсы. С другой стороны, вот от смотра прилетело. Такая сборка, она оптимальная более-менее. Вот смотрите, он сейчас будет дамажить, я надеюсь. Вот проходят мясы. Некоторым героям он будет, конечно же, противостоять. Вот огник не пробивает его. Например, тот же самый зефир, который сейчас большинство топов стоит на дефе там, либо вы встретите, он, конечно же, будет его пробивать, как и все герои. Ну а так, более-менее, то есть он сможет хоть как-то еще противостоять. Ну и то, толку никакого. Сейчас я ворожая поставлю. Вот вместе с ворожаем еще, да, плюс-минус он будет держаться, я надеюсь, но это не точно. Ну, смотрите, раз-два, даже с ворожаем Прея делает 2-3 тычки, и его это недомогание, ну, кажется, говорю, недомогание, не уяс, ну, никак не спасает. Так, вот ворожай включился. Ворожай дает по 300, и то это даже не спасает. Вообще никак. Стрелок, Прея и герой просто в печали. Даже в такой сборке, я не знаю. А вы теперь задайте себе вопросом, стоит ли его качать и вливать в него ресурсы. Ну, еще вот так вот куда ни шло, потому что у нас ворожай хороший. Ну, без донатов товарожая такого нету. И то смотрите, вот внимательно смотрите. У него уклонение в районе десятки. У ворожая где-то точно так же, в принципе, плюс-минус. Смоглянем, сколько у ворожая показывает. Как видите, что того, что того. Да, одинаково вроде у него где-то. Что того, что того сливает. Причем он вот минус. Если бы он бил сейчас по всей территории, это одно, то есть по-разному бывает, он загрен просто на зефира и не летит дальше его ульта, то есть все. По сути, он даже для битвы гильдии сейчас бесполезный, потому что если он зациклится в одну точку, это все. Это труба, ребята. Сливайте, называется, сливайте воду. Шанс слива, как обычно, максимальный. То есть даже такая сборка, я считаю, обалденная, но все равно не показывает, что герой хоть как-то будет приблизительно тащить. Если мы пойдем на... ПВП локации. Раньше когда-то это был, конечно, мега имбовый герой. Сейчас это уже такое себе. Вот Фрея, Космо, оккультист. Ну, он максимальный 30-й, против него без прорыва героя. И, как видите, они и не дохнут особо.
И его тоже, в принципе, не убивают за счет того, что у них точности нет. Ну, смотр. Смотр зарешал. Ну, Фрея он ушатать не может, там. Оккультист тоже, он же... Это не максимальный оккультист. То есть такое. Возможно, кому-то он и поможет, но... Это не то, чего ожидаем от донатного, потому что это донатный герой. Как-никак. И 30-й прорыв, и прокачка. Вроде бы. Как не слабая, все равно он не шатает, как видите, Фрейю. Он убить не сможет. В принципе, наверное, как и многие. Вот у противника. Кстати, можем напасть на вторую пачку. Будет поинтереснее. Но это максимальная сборка. Вы, конечно же, многие не сделаете такую сборку, поэтому не знаю. Есть ли смысл этого героя качать вам? Смысл, конечно, есть, потому что надо будет открывать и скиллы, и силу в дальнейшем. Но вливать в него ресурсы, я считаю, нецелесообразно. Там прорывы вкачивать на максималку. Лучше прокачать ту же самую Фрея, она его просто стычки может и попадание вынести. Вот посмотрите, что Аса, даже тот же самый Аса. Как-никак, он по чуть-чуть он их шатает. Вот Фрей развалил. Ну, его заморозили, обездвижили и все. У героя как бы много плюсов, там иммунитет и все прочее, но универсальности в нем просто на сегодня нет. Самая большая проблема, наверное, большинства героев, то, что выходят новые герои, которые универсальны, а старые герои, они не актуальны. Поэтому уже делайте выводы сами, я вам показал максимальную сборку, потому что многие ребята спрашивали, как стоит, не стоит, а вы уже дальше определяетесь. То есть максимум, что он может, это снять бафы с противника. Но, как видите, убить послабее намного противника он так и не смог. То есть там ворожей, Анубис и прочее не остались. Поэтому на сегодня, как по мне, этот герой уже просто, как и большинство, не актуален. И влаживать в него кучу ресурсов, я считаю, бессмысленно. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.